Как найти Нюшу и Панди в смешариках Roblox? Заходим в дом ежика. Находим ежика и шкаф, который стоит за ним. Залазим на шкаф и находим там золотой ключик. Подбираем его ключик у нас. Теперь отправляемся к домику Копатыча. Копатыч у нас спит вот здесь вот на печи, но нас не интересует, нас интересует его подвал. Поэтому мы сейчас опускаемся сюда и с помощью нашего ключа мы теперь попали в подвал. А вот и наша Панди! Привет, Панди, ты чё тут делаешь? А? Я говорю, ты чё тут делаешь? Ой, я полезла за игрушкой, упала сюда, когда здесь Копатыч ковырялся в своем подвале. Ясно. Так, ладно, нам нужно теперь найти Нюшу. Для этого мы отправляемся вот сюда вот, за шторку, и находим паркурчик. Проходим это несложное обби, и... Вот она, Нюша. Только что она здесь делает?